он так себя аннулирует, что даже будучи чужеродным, он воспринимается как свой, причем самый дорогой и любимый, когда весь организм матери направлен только на то, чтобы его развивать. А он все время развивается, и развивается самостоятельно, как бы, то есть представляет собой самостоятельное образование, вплоть до того, что затем отделяется. То есть вот в чем заключается прекрасный этот закон аннулирования себя относительно общества.